Сегодня 19 января. Православные верующие отмечают Крещение Господне. Считается, что именно в этот день вода обладает некими целебными свойствами. Гомельчанам в этом году повезло. Столбик термометра показывает всего лишь минус 6. А вот в прошлом году, помнится, морозы стояли более сильные. Всего в Гомеле оборудовали 4 места для того, чтобы можно было окунуться. Там дежурят спасатели, медики. Можно будет и согреться. Это непосредственно здесь, на центральном пляже, по другую сторону Сажа, а также на Шведской горке и на Новобелецком пляже. Почему гомельчане окунаются в ледяную прорубь и какие у них впечатления? Поэтому мы и здесь. Давайте спросим. Большой, ну, о, опа. Мы сейчас находимся на центральном пляже. Здесь, помимо проруби, оборудовали еще и баню. Стоит она всего 5 рублей. Здесь же также можно заказать чай или кофе. Наталья, в который раз уже будете окунаться? Ну, не знаю, который, но уже не первый. Поэтому вот снова прихожу и хочется повторить. Сегодня минус 6. Это много, мало? Это значение не имеет. Ну, а непосредственно перед. Не страшно? Страшно. Как настраиваетесь? Просто знаю, что хочу, знаю, что смогу, только и всего. Всех с крещением, с таким большим, великим праздником. Хочется пожелать от всей души здоровья, счастья, радости, умения поддерживать друг друга в трудную минуту и не только. Уметь любить друг друга и оставаться человеком. Скажите, с какой целью сюда сегодня пришли? Окунуться. Каждый год окунаемся. Каждый год. И который год уже подряд? Четвертый. А в этом году минус 6. Как, тепло, холодно? Хорошо. Хорошо? Отлично. Можно было посильнее морозчика, как неделю назад. Всем здоровья, благополучия, хорошего настроения. Такой прекрасный праздник. Сколько времени приходится в этот день проводить в воде? За день где-то часа 4, может 5. Насколько это тепло, холодно, и насколько вообще этот костюм защищает? Он сухого типа, то есть он не протекает, в нем тепло довольно. Ну, всему есть предел. Ну а как вообще проходит служба? В штатном режиме. Меняемся по 2 часа. Ну и вот за смену сколько раз приходится приходить людям на помощь? Слава богу, пока не приходило такого. Ну и бывает, людям плохо становится. Помогаем. Если надо, откачиваем. Вот скорая стоит. Все есть. Поздравляем всех с крещением. И с Днем Спасателя всех причастных. Скажите, как впечатление? Отличные вообще. Такие положительные эмоции. Все хорошо, да. Как водичка? Ну, сказать можно нормальная. Не холодная. Погода самая главная хорошая. А не страшно вначале? Потому что даже смотреть холодно. Да, нет, оно как бы это. Само настрой. Если человек настроен душевно и психологически, то вода не холодная. Всех поздравляю белорусов, всех родных людей, всех с праздником большим. Скажите, как впечатление? Отлично. Как вода? Шикарно. Который раз уже окунаетесь? 8-й год или 9-й. 8-й год. Да. Сегодня минус 6. Как вода? Тепло, холодно? Слабенько, можно минус 15, можно. Можно минус 15, конечно, да? Получше. Всех с хорошим праздником. Всем здоровья, благополучия. Я понимаю, что сюжет был бы неполным, если бы я на себе не испытал все те ощущения, о которых нам говорили. Поэтому не будем тянуть. Сильные новости. Поехали. А там вообще... Ну, занят уже. Ну, надо ее... Лепота! Но это уже 8-й раз, который я ныряю. Скажу, от этого не легче, поскольку каждый следующий раз ты уже знаешь, что тебя ждет. И от этого становится психологически тяжелее. Но вообще классно. Гомельские моржи опытные говорят, что как минимум это снимает стресс на 100%. Я с ними полностью согласен. Снял стресс? Снял стресс. Пошли работать. Всех с крещением поздравляю. Ура!